Сикора вбрасывает шайбу в зону. Первое звено на площадке. Пликанец. Камалери. Ну и Костицын с ними играл все это время. Хотя иногда выходил Леблан. Опасный момент. 2-1! Илья Ковальчук! Или нет? Ну, Ковальчук, по-моему, был на площадке. Она показывает Каберли. И все-таки сбылось. Сбылось, что Монреаль не так много сухих матчей имел в этом сезоне. Шайбу забросил у нас 12-й номер. Это Ник Палмьери. Теденби, Палмьери. Да, я спутал Палмьери с Ковальчуком. Четвертое звено у нас находилось на площадке. Ну, тем интереснее сейчас будет концовка. Ох, я думаю, Нью-Джерси-то насядет. Ну и Сикора с ними был на площадке. Теденби записал на свой счет.